В общем, полностью начиненная бомба за самолетом, что-то там было очень много таких подвигов. Много подвигов на Полчанке совершили здесь, на Двинечке именно. Когда горящий самолет направлялся на технику, на танки, на все, чтобы, ну вот ценой жизни летчики гибли. Как вы думаете, где вот эти 20-летние ребята находили свои силы для того, чтобы вот так? Я не знаю, откуда брать патриотизм такой. Я вот сейчас понимаю, вот у меня сын, ему 21 год. Ну, не знаю, может быть, если пришлось бы, все бы тоже встали на защиту. Тогда так.